что наша козя-бозя делает? Криточка, тут ты кушаешь лавку? Как ты ложишься? Покажи. Мы ложимся, как котеночки. Вот, вот так мы ложимся. Вот, и лежим. Вот, лежим. Мы котики. Мы не свинки, мы котеночки. Правда? Вот, ты такая черная, тебе не видно, зайка. Вот он, мой котик. Вот, лежит. Представляете? Моя девочка, они очень умные. Я не знаю, как их в клетках держат. Мы не держим в клетке. Она у нас везде гуляет. Вот сверху полотенцем я положила, да, чтобы ей было как норочка. И вход туда. Когда вход был с этой стороны, вот здесь, да, то ей не нравилось. И она сидела там в углу. И, значит, что? Я отвернула клетку, накрыла ей. И положила еще внутрь маленький коврик, вырезала из старенького этого туалетного коврика. И ребенку так нравится там сидеть. Правда, моя девочка? Правда? Тебе глазик горит, вот не видно, какая ты у меня красотулечка. Не видно. Она прям вообще, она с собакой бегает моей, играется. Туда-сюда мотается. Вообще, не надо к ним относиться как к каким-то, я не знаю, я не хочу даже упоминать слово тупым животным. Они умнички, они хорошие, правда? Мой слоненок, видите, какие у нас ушки. Ушки, как у слоника. Какое у нас ушко. Любят, чтобы ее приласкали. Да, моя красавица? Когда приходишь с улицы, она садится, лапки моешь собакам, она садится на завороте кухни, выглядывает и кричит, ко-ко-ко-ко-ко-ко, травку давайте мне, требует. Общается полностью. Где моя лапочка? Где моя лапочка? Где мои лапочки? Люди такое. Ой, на лавку лапка села. А жопка у нас вот такая. Кучелявая моя попочка. Хорошая моя девочка. Yep. Также у нас в клетке есть... Что у нас есть в клетке? Водичка обязательно. Он только один раз сказал. Говорит, у меня свинка жила вообще без воды. 5 лет или сколько-то. Не знаю. Она очень любит водичку. Водохлеб мой. Правда? Ты мой водохлебик. Люди, скажи, а мы любим водичку. Мы любим водичку. Мы очень ее любим. Мой капушненочек мой. Вот такой, вот такой. Ну, покажись. Ну. Ку-ку. Да, моя девочка. Моя такая дерзкая девчонка. Девочка дерзкая. Кукошечка. Ку-ку, ку-ку. Ку-ку. Расскажи нам. Расскажи, ку-ку. А еще колесико из соли. Да-да. Еще вишневые веточки кладу, чтобы она их грызла. Да, зайчик? Моя маленькая. Да, моя сладенькая. О, сейчас будет вторая серия. Что еще? Обычный хлеб она не ест, она ест зернышки. Но вот этот заварной хлеб она очень любит. Да? Да, моя девочка. Она его зимой трескала. Вот вам и вегетарианчик. Этот вегетарианчик очень кушает этот хлебушек. Кукошечка. Моя кукошечка. Моя черноглазая девочка. На камере красный глаз некрасиво. Моя красавица. Ты разговариваешь? Расскажи нам что-нибудь. Скажи, ку-ку. Ты же такая говорунья у меня. Да? Расскажи. Расскажи, как ты кукукаешь. Ку-ку. Расскажи. Ку-ку. Вы
носик у нас какой. А ротик? Где ротик? Покажи. Где наш ротик? Обормотик. Не будешь рассказывать? Не будешь? Ну что, тебя отпустить вниз? Ну-ка. Разлеглась тут, Марфушечка, душечка. Где вы? Полетели! Полетели! Как мы ходим? Куда мы пошли? Мы куда? В уголок. Вот они мы. Привет. Ну ладно, всем пока-пока. Спасибо за просмотр.